Иван Крылов. Ворона и лисица. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона, взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты была б у нас царь-птица». Вещунина с похвал вскружилась голова, от радости в забу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова.